Хочу вас загипнотизировать. Привет от Татьяны, 47 лет. Сегодня мы с вами будем учить классическое фейс-фитнес упражнение. Подтягиваем круговую мышцу рта, нижние пучки, для того, чтобы убрать мешки и синяки под глазами. А мышцы с возрастом уменьшается мышечный объем. Да, они спазмируются. А крепление мышцы становится таким толстеньким, сжатым. А брюшко обычно атоничное и не держит жировые пакеты. Там, где нет движения, там идет застой межклеточной жидкости, так как мышца выполняет также эффект как работу насоса, она убирает межклеточную жидкость застоявшуюся в лимфоток. А когда мышца не движется, а обездвижена, и нет кровотока, лимфотока, и у нас получается, что расцветают возрастные изменения в полном цвету и даже преждевременно. Поэтому сегодня мы с вами поучим классическое упражнение, когда мы вот здесь... Я успела поцарапаться. А когда мы держим галочку и начинаем подтягивать исключительно нижнее веко. Сегодня мы отработаем технику. И я предвижу страшные возгласы. И так спазмировано. Зачем ее тренировать? Вот для того, чтобы ее возродить. Чтобы вернуть ей естественную способность сокращаться и растягиваться. Но, конечно же, мы никогда не работаем с изначально напряженной мышцей. Поэтому мы с вами погружаемся к креплению. Вот здесь крепится круговая мышца глаза. И как кошечка лапкой внутри пошагаем, да, как будто бы месим. Вы знаете, как кошечка? Так, протаиваемся и начинаем прорабатывать. Здесь крепление мышцы. Можно постоять и растягиваем мышцу. Не обязательно работать над всей мышцей, чтобы она расслабилась. Нам достаточно растянуть ее крепление и с другой стороны. Пошагали. Проникайтесь в собственные ощущения и растянули. Сделайте пальчиковый душ. А я люблю смотреть на этот мир, он прекрасен, мои глаза радуются, говорим аффирмацию и начинаем с вами делать упражнение. Подбородок параллельно полу, плечики прокрутили, расправили, сидим и глазками смотрим наверх. Да? То есть не подбородок задираем, а глазки у нас смотрят наверх и начинаем щуриться. За счет того, что вы смотрите наверх, а верхнее веко исключается, и вам легче подтянуть именно нижнее веко. Мы оживляем мышцу, дренируем все, что там застоялось, убираем отечность. Потренировались, у нас все получилось, и теперь мы будем с вами кожу фиксировать, чтобы не закладывались морщинки, потому что когда мы так делаем, у многих закладываются морщинки здесь и возле носика. Разровняйте пальчиками аккуратно-аккуратно, как перышки прислоняем к уголкам, там, где у вас морщинки. Обязательно делайте данное упражнение перед зеркалом. Начинаю смотреть вверх и подтягиваем верхнее веко. Пальчики при этом не давят. Не растягивает кожу, мы просто разровняли ее. Итак, 20 раз. А делать данное упражнение я рекомендую 2-3 раза в неделю. Да? То есть у вас должно быть это движение. Когда вы научитесь, вам даже будет не обязательно смотреть вверх, а вы сможете делать так, как я. Я вам открою секрет. А если вы не выспались, у вас синяки, мешки под глазами, а вам надо идти на фотосессию, вы можете слегка, а когда вы уже станете виртуозом, напрягать таким образом нижнее веко, и глазки не будут такими неотекшими. А также, если вы отекли с утра, также можете сделать быстренько это упражнение, и сразу отечность как рукой снимет. А также я обожаю это упражнение.
А потому что я научилась морщиться на солнце вот таким образом. То есть я морщусь на солнце не вот так, а вот так. Угу. Не всем глазом. И у меня нет морщин. Нет. Я очень часто не ношу очки на солнце. Я их постоянно забываю. У меня дети разбили 1 555 000 очков. А поэтому я в основном таким образом морщусь, и у меня морщинки не закладываются. А раньше в молодости, стоило мне не надеть очки, так я вот так вот морщилась. И у меня прям загорали вот здесь такие белые лучки. Но когда мне уже 47 лет, я умею морщиться таким образом. И никакое солнце мне не страшно. Даже самое яркое, я даже машину вожу без, не надевая очки очень часто. Ну, просто так смотрю, и все. Всем красоты. И если вам интересно, с 15 августа запускается интенсивный марафон, где мы разучим работу полностью с глазами, с моим контролем и контролем кураторов. Будут проверяться, кто, как вы выполняете упражнения, правильно ли вы делаете технику. Будет анализ вашего лица, а вам скажут, на чем сконцентрировать внимание, куда двигаемся, как избавиться от той или другой проблемы. Все это будет в чате общения. 3 дня интенсивно мы разучим полностью массаж, потому что с напряженными мышцами мы не работаем. Сначала мы делаем полноценный массаж, направленный на улучшение зоны вокруг глаз. Носослежка, малярные мешки, обычные мешки, синяки под глазами, гусиные лапки, запавшие глазки, когда они уменьшаются и как бы затягиваются внутрь. Все это мы прорабатываем массажной техникой. Это будет первый день интенсива, когда, и опять же, все, что вы делаете, вся ваша техника будет проверяться. Вы будете видеоотчеты присылать. Также второй день интенсива мы планируем работу с костями черепа, так как череп – это наша основа. Все, чтобы наша глазница не подольше оставалась в квадратном состоянии, а не уходила сюда, как она с возрастом уходит. Мы ее подольше продержим вот такой большой квадратненькой. А с возрастом она уходит сюда и становится шире, поэтому кожа вся свисает. Поработаем с орбитой глаза, с костями черепа. И третий день разучим с вами 2 комплекса. Один полностью комплекс по принципу постизометрической релаксации для глаз. И второй обычный фейс-фитнес. И все, вы получите арсенал, с которым можете пользоваться потом всю жизнь. И там будет не просто отрывочное упражнение, а именно комплексная, правильная работа и обратная связь. Так что приходите, ссылочку оставлю в прикрепленном комментарии. На интенсив 15 августа вас жду. Всем красоты!